Друзья, всем привет! Сегодня прекрасное утро субботы. У нас выпал снег. Неизвестно, сколько он пролежит. Вообще, в последнее время довольно часто выпадает. Но, естественно, тает сразу же к вечеру или на следующий день. Я отправляюсь на прогулку и хочу взять вас с собой. Так что поехали. Я, значит, сейчас нахожусь на станции Блаха-Луиза-Тер, и недавно ее отреставрировали. И теперь открыли вот это здание, я так поняла его. Точнее, оно было, его заново построили в таком же виде, как оно было. И сделали там что-то типа торгового центра, ресторана. И также там находится Шпар и Либри, это книжный магазин. Показываю вам улицу Будапешта. Тут, кстати, снега вообще нет. Ни капли. Друзья, я сейчас в пути. Мы с моей подружкой идем на открытие кофейни. Там будет проходить дегустация. И кафе называется Кофемания, по-моему. Кстати, что-то знакомое. Мне кажется, в России есть Кофемания. И пойдем, будем дегустировать. Возможно, я что-то поснимаю, если можно будет. Но я думаю, что можно. О май гад, друзья, посмотрите, какая мебель. Посмотрите. Что-то невероятное. Красиво. Ковер. Дорого-богато. Друзья, напишите, как вам такая мебель и хотели бы вы такую домой. С лососем, с прошутто. С лососем это крем-шайт, крем-сыр. 30 капель в голове. Я доделаю кофе, вам расскажу, хорошо? Хорошо. Как еще?
Мне кажется, девушка ела этот петлер с пистаж.